Не вы, а полиция дала в суд сколько там 17 тысяч рублей забрать всю годовую пенсию. Зачем? Чтобы я одел вашу зараженную маску и пошел на тот свет? Функция полиции залогу разъяснювати, але не штрафувати. Что вы мне можете разъяснить, если я уже разъяснил всем официально, и полиции, и прокуратуре, и службе безопасности, с полным объемом ссылок, ссылки на академиков, на профессоров, на Всемирную организацию здравоохранения, а не на участкового или на полицию диалог. У вас нет этой информации, которую бы вы могли мне разместить по поводу COVID-19. Понимаете? Вы об этом ничего не знаете. Ничего. У нас есть постановление. Постанова кабинета министров – это провокация против населения. Это обман населения, потому что тесты ложные. Все тесты Степанов назвал ложными, и теперь тестирование определяется на основании общей симптоматики. Температура, кашель, КТ, УЗИ. То есть статистика, которая выдается нам каждый день, она опирается на тестирование, а тестирование официально признано ложным. Поэтому вся статистика ложная. Все карантины обман. То есть они носят политический характер с целью запугивания населения, чтобы население подверглось массовой вакцинации и с помощью вакцин смести миллионы людей. Речь идет о мировой планетарной акции по сокращению. Вот чем вы занимаетесь. Государства не будет после ваших масок. Они лежат на складе. Представьте себе. Не конкретно мои маски. Ну, я вам сказал. Я думаю, Виктор право сказал. Не поддержать. Можно с вами ответить? Come on.